Сначала нам нужно зайти в любую поисковую сеть, у нас это Google, набрать Play Market. Потом заходим на сам сайт. И в поисковой строке пишем «ЭКБРД». Приложение, которое создали ученики Бердянской школы номер 16, можно бесплатно скачать в интернете. Создатели проекта уверены, он поможет сохранить чистоту в городе и поможет гостям курорта. Цей додаток показує місце знаходження по нашому місті туалетів, пунктів для прийому вторинної сировини, комунальні підприємства, які є в нас по нашому Бердянську, далі баки для вторинної сировини, які в нас знаходяться. Та ми хочемо показати в нашому місті небезпечні зони. Це, по-перше, наше сміттєзвалище. Те, що там хочемо людям показати, те, що там гуляти не можна. Приложение разрабатывали в рамках всеукраинского проекта «Открывая Украину». В его создании участвовали 8 старшеклассников. У каждого свои обязанности. У нас 2 человека отвечали за разработку самого приложения. 2 человека ходили, собирали информацию о том, где находятся, какие баки, где пункты приема, мусора, стекла и так далее. Еще 2 человека рисовали баннеры, делали рекламу, занимались раскруткой нашего приложения и так далее. Еще 2 человека искали спонсоров, находили деньги, средства на вообще продвижение нашего всего этого. Сейчас на карте Бердянска отмечено более 10 пунктов приема вторичного сырья, порядка 150 специальных контейнеров для сбора пластика. Работа над совершенствованием приложения продолжается. Далі наша робота буде направлена на те, для того, щоб інформувати людей те, що дуже важливо саме сортувати сміття, а не брати, скидувати все в один бак. Пока приложение доступно для устройств с операционной системой Android. Как заверяют юные разработчики, через 2 недели его можно будет использовать и для других платформ. Валерий Калайтан, Игорь Стрельцов, Евгений Дахновский, Бердянск, ТВ5.